Thank you.
cross the judge around. Never just why. You know I don't lie no much. You've been such a nonsense, dude, been chilled in town. Such a game, why it's a shame now to put them down. Fellas, she can get fellas, she met. You think you judge your name, cross the judge around. Thank you.
Горное дело – это значит логистика. Для продуктивного ведения горной разработки требуется оптимизированная логистика. Персонал, материал, а также тяжелые грузы необходимо в оптимальное время и оптимальным путем доставлять в различные места горного предприятия. Пионером в этой области является фирма SMT Scharff. Начиная с 1958 года, компания занимается вопросами решения транспортных проблем в подземных выработках и туннельном строительстве. Уже в 1965 году была продемонстрирована первая монорельсовая подвесная дорога с дизельным приводом, успех которой не имеет себе равных. Вслед за этим последовали другие изделия, как, например, лифты для перевозки людей и цепные конвейеры. Учрежденные во всех важных горно-промышленных регионах мира представительства обеспечивают в любое время быструю помощь при монтаже, организации сервиса и обучения. Независимо от того, идет ли речь о перевозке людей, тяжелых грузов или же материалов, во всех этих сферах SMT Scharff имеет существенные преимущества за счет своих логистических решений. Таким образом, вся система создает прямые производственные преимущества по фактору времени и экономии ресурсов в соизмеримых величинах. Это приводит к повышению производительности и к увеличению прибыли на инвестированный капитал за очень короткий срок. Обычным транспортным системам приходится также бороться и с другими, присущими им ограничениями, тогда как применяемые до настоящего времени поезда можно использовать на штреках с углом наклона до 4,4 градусов, то для систем на колесных базах и при оптимальных тяговых условиях лимит угла наклона достигается при 10 градусах. Техника монорельсовой подвесной дороги производства SMT Scharff сертифицирована на угол наклона до 24 градусов, а система типа DoRail даже для угла наклона до 30 градусов. Это дает возможность рентабельно осваивать месторождение при экстремальных условиях. В зависимости от условий использования, обе системы могут работать и на участках, у которых углы наклона значительно выше. При этом проходку штрека можно значительно уменьшить по сравнению с возможностями использования поездов и транспортных систем на колесной базе. Поэтому штреки можно значительно быстрее и экономичнее разрабатывать. Неровности в штреке можно просто выравнивать подвесными устройствами. Эти подвески поставляются в различном исполнении в зависимости от горных условий. Крепление анкерами и монтаж подвесных устройств и рельса можно после краткого знакомства с работой производить самостоятельно. За счет оптимального расположения ходовых колес и направляющих роликов создана возможность для безопасной и надежной работы в штреках с многочисленными закруглениями. При этом обеспечивается максимально возможная безопасность в отношении схода с рельсом. Привод, а также система замедления обеспечивают наивысшие технические стандарты и таким образом являются гарантом высокой степени безопасности эксплуатации. Еще перед техническим проектированием каждая установка подвергается тщательной проверке на конструктивных и имитационных моделях. Таким образом, уже в ранней стадии можно выявить и исправить недостатки в логической цепи. Приводные концепты являются такими же гибкими и многообразными, как и возможности использования монорельсовых подвесных дорог. Кроме варианта с дизельным приводом, в распоряжении имеются также монорельсовые подвесные дороги с электрическими приводами, питающимися от контактного рельса или же от аккумулятора. Система типа DoRail позволяет использовать как дизельный, так и канатный привод. Универсальность и гибкость, приспособляемость к почти всем топографическим условиям, быстрое и простое обращение и управление – это логические решения SMT Scharff. Все узлы и детали установки соответствуют высшему стандарту качества. Гарантом для получения наилучших результатов является постоянный контроль качества каждой детали уже во время ее изготовления. Таким образом, обеспечивается качество работ и длительный срок службы установки во время эксплуатации. Недаром логические решения компании SMT Scharff считались и считаются сегодня мерилом для наилучших стандартов в различных горных предприятиях мира. Повышенная пропускная способность, возможность распоряжаться большим количеством материалов, высокая гибкость системы, быстрая и бесперебойная реализация товара логистики являются базой для планирования всех систем. Переход с одной лавы на другую всегда ставит высокие требования к логистике. Тяжеловесные грузы вместо высоких грузов, как, например, щиты весом до 35 тонн, необходимо транспортировать за короткий срок на большие расстояния.
Помимо того, что для расположения и перестановки лебедок на погрузку и закрепление груза на транспортных средствах требуется много времени, эти работы связаны еще и с большими трудовыми затратами. Кроме того, такой вид транспортировки представляет собой большой риск как для персонала, так и для материала. При наличии боковых наклонов в штреках существует опасность опрокидывания. Из-за высокой и длительной нагрузки троса быстро изнашиваются, вследствие чего возникает опасность их разрыва, что может привести к тяжелым последствиям. Здесь видны большие преимущества использования техники монорельсовой подвесной дороги SMT-шарф. Прежде всего за счет собственного прицепного материала с точно подогнанными для данного случая компонентами обеспечивается оптимальный транспорт с минимальной затратой времени. Отпадает дорогостоящая перегрузка и связанный с этим риск, а также опасность опрокидывания. Монорельсовая подвесная дорога беспрепятственно переезжает через неровности, препятствия в виде рассыпанного материала на подошве штрека и даже через комплектные конвейеры без затраты времени на освобождение штрека. Особо выразительной становится разница при непосредственном переезде на другую лаву. Тогда как и здесь, при каждом изменении уклона или при полном использовании емкости барабана необходимо производить перегрузку, то по монорельсовой подвесной дороге груз свободно доставляется прямым путем от лавы к лаве. Расходы на персонал сокращаются почти на 90%, а время переезда сокращается больше, чем наполовину. Это означает, что время перевозки щитов на горном предприятии средней величины сокращается на 10 дней. При средней производительности по добыче 8 тысяч тонн в день, добыча увеличивается на 80 тысяч тонн. Дополнительно к транспортировке тяжелых грузов ежедневно могут возникнуть различные требования к логистике перевозки всевозможных материалов. При проходке штреков необходимо, чтобы вспомогательные и эксплуатационные материалы доставлялись точно по потребности для обеспечения бесперебойного процесса работ. Увоз ненужных для отбойных работ деталей также важен для поддержания высокой производительности проходки. Работа с лебедками, а также подобные виды работ ставят логистику перед решением сложных задач по обеспечению бесперебойной работы горного предприятия и по уменьшению риска. Здесь демонстрируется гибкость техники монорельсовой подвесной дороги SMT-шарф. С помощью собственных крепежных средств материалы и контейнеры можно быстро и просто погружать и разгружать с минимальной затратой рабочей силы. Высокие скорости движения, быстрое и простое обращение с контейнерами снижают расходы в несколько раз. Организация рабочего места водителя с учетом требований эргономики создает условия для выполнения транспортных задач без заметной усталости. Обзорная кабина водителя, специальная форма сиденья и интуитивное обслуживание системы управления, где все находится на правильном месте, создают для водителя такие условия, чтобы он полностью мог концентрироваться на выполнении возложенной на него задачи, а именно на транспортировку. Естественно, что и здесь вопросы безопасности, защиты здоровья людей и материалов имеют наивысший приоритет. Требования к закреплению груза и к применяемым для этого материалам находятся на уровне наивысших мировых стандартов. Простое обслуживание системы категорически исключает возможные ошибки управления монорельсовой подвесной дорогой. Современные горные предприятия могут простираться на многие километры. Длинные штреки, часто с большими уклонами и подъемами, обуславливают преодоление длительных и утомительных путей к рабочим местам. К тому же защитная одежда и тяжелая обувь, шахтерские лампы и другие рабочие принадлежности затрудняют движение. Монорельсовые подвесные дороги пригодны не только для транспортировки материалов, но также и для удобной перевозки людей. Вместимость одного поездного состава доходит до 120 человек, и здесь выявляются значительные преимущества. Не только значительная экономия времени, которая на отдельных штреках суммарно может составлять больше 1 часа рабочего времени в день.
Рабочие, отдохнувшие и надежно прибывают на рабочие места и могут начинать работу со 100% отдачей. Ни одна из транспортных систем не в состоянии обеспечить подобную гибкость. В тех случаях, когда уклон лавы слишком большой или несущая способность горной породы недостаточна для работы монорельсовой подвесной дороги, то можно использовать комбинацию, состоящую из транспортной системы Duo-Rail и монорельсовой подвесной дороги. Здесь транспортная система Duo-Rail берет на себя все перевозки, которые недостигаемы для монорельсовой подвесной дороги, и на подходящем месте передает грузы для продолжения их перевозки на монорельсовую подвесную дорогу. Так как транспортная система Duo-Rail может работать в очень стесненных условиях, то она в состоянии непосредственно заехать в забой к месту демонтажа щитов и принять эти щиты. Таким образом, можно и при критических топографических условиях находить эффективные и продуктивные решения. Непрерывная транспортировка высоких грузов при экстремальных уклонах на высоком организационно-техническом уровне и обычно недостигаемой гибкости при подземных разработках и в туннельном строительстве. Это решение транспортной логистики SMT-SHARF.